Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча, она называется «Есть ли у кого что спросить?». Случилось однажды так, что один человек пришел к Будде, когда тот умер. За 30 лет Будда 8 раз проходил через его город, а человек ни разу не удосужился подойти к Будде. Он все откладывал и откладывал, как это делают все на свете, из-за занятости. Занятия без дел. Он держал небольшой магазин, и ему приходилось поддерживать свою маленькую семью. То приходил гость, то перед самым закрытием являлся неожиданный покупатель. И когда заканчивались дела, проповедь тоже заканчивалась. И так было в течение 30 лет много раз. То одно, то другое, то третье. И в тот день, когда он услышал, что Будда умер, он побежал к нему. Он закрыл свой магазин средь белого дня и побежал туда, где был Будда. А там он принялся плакать и кричать, потому что Будда ушел, сказав последнее «простите людям». Он трижды перед этим спрашивал, есть ли у кого что спросить. А они все кричали и плакали, и спрашивать было просто некому. Задав свой вопрос трижды, Будда лег под деревом, закрыл глаза и приготовился к последнему путешествию. И в этот момент прибежал тот человек и сказал, «Не останавливайте меня, дайте спросить мне у него, дайте мне подойти к нему». Ананда, ученик Будды, сказал ему, «Я узнал тебя, мы проходили за все время 8 раз через твой город. Будда говорил в твоем городе, что же ты не нашел тогда времени, чтобы прийти к нему? Где ты тогда был?» И он ответил, что я мог поделать, то моя жена была беременна, то ребенок болел, то приходили гости, то покупатели, и я все не мог прийти. А теперь, когда я пришел, не останавливайте меня. Ананда ответил, теперь поздно, и мы уже не в силах попросить его вернуться, ибо он ушел в это. Но Будда все слышал, и, вернувшись в свое тело, сказал, Ананда, не мешай ему, иначе останется на мне пятно, что пока я еще был почти жив, человек постучался ко мне в дверь, а я не открыл и не захотел помочь ему. Будда спросил у человека, «Ну, чего ты хочешь? Что у тебя за вопрос? Чего ты ищешь?» И человек задал ему много вопросов, и Будда ответил ему. Но никто больше не слышал об этом человеке, он не стал просветленным. Он вернулся в свой городок, к своему магазину, своей жене и своим покупателям. Вот такая буддийская притча, которая называется «Есть ли у кого что спросить?». Пока-пока, до свидания.